вас присутствует. У нас сегодня день дошкольного работника. Проходит собрание трудового коллектива. К нам приезжает специалист управления образования, исполняющий обязанности управления образования. Это Марина Васильевна. Что за агрессивное действие? На каком основании? У него нет никаких агрессивных действий. Открытое собрание. Я сейчас коллектив пригласил в прессу. Коллектив, лично мой сотрудник, с которым возникла конфликтная ситуация. Значит, на сегодняшний день молодой человек проник на территорию детского сада. Он не проник на территорию детского сада. Входит по помещению, снимает документы. Можно? Но на каком основании он присутствует, я не понимаю. Почему он ходит по детскому саду? Он не ходит по детскому саду. Он ходит по детскому саду. Он ходит в бахилах. Он ходит по детскому саду. Он ходит по детскому саду, снимает документы, о чем я вижу. Документы никаких я не снимал. Предоставляет мой специалист какие-то внутренние документы и присутствие здесь. Это ваши додумки. Присутствие ваше, оно здесь вообще не обосновано. Почему вы посторонний человек? Вы не можете хоть паспорт, что коллектив пригласил прессу. Так, подождите, коллектив, это мы все. Я хочу спросить, почему вы коллектив пригласил прессу? Вот коллектив, потому что нас будут рассказывать через прокуратуру. У нас сегодня Ольга Александровна. Подождите, подождите. Ольга Александровна. Нет, да, я руководитель. А это мой запрос. Это не запрос, а заместитель заведующего. Ну, это мой запрос. То есть вы пригласили на собрание на ваше, да? Да, регулярно. Это целый коллектив со мной. Это неправильно. Коллектив со мной. Коллектив со мной. Кто пригласил? Потому что Ольга Александровна сейчас озвучивает о присутствии прессы от вашего имени. Кто из вас приглашал? Что коллектив пригласил прессу? Председателя профсоюзного комитета приглашал заместитель заведующего. Председателя профсоюзного комитета мы здесь не видим. Вот он коллектив. Кто из коллектива? Кто пригласил прессу? Узнавайтесь. Да говорите, что же молчите? Что вы за то, чтобы пресса была у нас на собрании? Кто за, кто против, будем выяснять. Вот я сейчас не могу понять. А я ее вытащила. И мне проконсультировали. Если ты бы сидел работал, ну, молодой человек, он сейчас испугался и здесь стоит. А до этого он не уходил. Полиции сказали, что вы не дали. Я вообще тебе даже не отказываюсь. Я даже надо было, почему ты мне говоришь, что ты едешь? А ты нам один. Я член коллектива. Видите, как мы не решаем. Ну, а я-то здесь работаю. А он что, не работает? Ну, я работаю. Да, не работает. А почему прессу не считают? Пресса, пожалуйста, проходите, наверное. Ну, наверное, вы только не приглашаете. Нет. Почему? Ну, а почему на работу не приглашаете? Мы приглашаем. Администрация пришла как раз, давай. Все это открыто, собрали. Проходите. Проходите. Спасибо. Хорошо. Thank you.